Чё, бля, вылупили глаза и смотрите? Быстро подписались на канал, не подписался, без мобилки остался. Сегодня ехал на автобусе домой. Сел и начал слушать музыку. Ко мне присела странная женщина. Она поздоровалась со мной и дала мне какой-то листочек с цифрами. Сказала на счастье. Я продолжил слушать музыку. Вдруг в автобус влетают ОМОНовцы. Я очень испугался. Они начали обыскивать всех. И вдруг они дошли до той женщины. Они нашли какой-то чемодан с кодовым замком. Женщину сразу повязали. ОМОНовцы спросили, никто ли не видел листочек с кодом. И тут я вспомнил про тот листок. Я отдал их ОМОНу. Один из ОМОНовцев начал очень поздно открывать этот чемодан. Когда они открыли его, они обнаружили там Альберта Эйнштейна.